Проекция из онлайн в прямом эфире. В студии Дмитрий Шакуров. Здравствуйте. 5 сентября святейший патриарх Кирилл возглавит божественную литургию и панихиду в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Это богослужение мы будем транслировать в прямом эфире. Начало в 10 часов утра по московскому времени. После литургии святейший владыка совершит заупокойную литию на Никольском кладбище монастыря. На связь с нами выходит наш корреспондент в северной столице Глеб Ильинский. Он готов рассказать о предстоящем событии. Глеб, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Действительно, вы очень все правильно сказали. Мы действительно находимся в Александринской лавре у могилы митрополита Никодима Ротова. Именно здесь и будет 5 числа совершена панихида, лития. Ну и о роли митрополита Никодима в жизни Петербурга мы расскажем, православного Петербурга мы расскажем, мы попросим рассказать насельника Александринской лавры, иеромонаха Пимена Шевченко. Здравствуйте, отче. Здравствуйте. Ну, действительно, насколько это важно и необходимо чтить память митрополита Никодима, и почему мы это делаем? Вы знаете, роль митрополита Никодима в жизни церкви, она неописуема. И не только для православного Санкт-Петербурга, но и для всей Русской Православной Церкви. Владыка-митрополит пришел на эту кафедру в годы очень сложные для православных людей. Духовные школы были на грани закрытия, и при нем их пытались закрыть. Владыка тогда предпринял очень рисковый шаг. Он пригласил сюда иностранных студентов. Таким образом, духовные школы были спасены. Очень многие храмы пытались закрыть, но во время митрополитчьего служения владыки Никодима ни один храм в Петербурге не был закрыт, как и в Новгородской области. Он был митрополитом ленинградским и новгородским. Он воспитал потрясающую плеяду духовенства, архиереев, монашествующих. Это человек, который дал церкви таких удивительных людей, как святейший патриарх Кирилл, покойный блаженнейший митрополит Владимир, митрополит Ювеналий, митрополит ныне на покое Минский Филарет, да и множество-множество других людей, которых он поднял, несмотря на ту сложную ситуацию, которая была на тот момент в Советском Союзе. Ведь уполномоченный по правам религии ставил палки в колеса на каждом шагу. Не позволял поступать в духовные учебные заведения студентам с высшим образованием. Это было категорически запрещено. И тогда владыке-митрополиту приходилось сделать неимоверные шаги для того, чтобы таких людей зачистить, и чтобы они получили духовное образование, чтобы они стали поистине людьми церкви и трудились на благо церкви. И так и есть. Очень многие преподаватели духовных школ, не только санкт-петербургских, получили образование благодаря вот этому старанию владыки-митрополита Никодима. Это человек, который всем сердцем переживал за свою церковь. Было несколько инфарктов, которые он получил прямо во время богослужения. Особенно, когда на одну из Пасх запретили колокольный звон в Никольском Богоявленском морском соборе. Владыка Никодим тогда все-таки приказал на Пасху звон совершить, а Пасха это закончилась, по сути, сердечным приступом. Как и 40 лет тому назад, когда владыка, будучи по своему церковному послушанию, он был главой отдела внешнецерковных связей, был в Ватикане, и там это сентябрьский перелет, здесь погода пасмурная, там жарко, и сердце владыки не выдержало, он скончался. Конечно, это была трагедия всей церкви, но при этом, при всем, память о вот этом деятеле церкви настолько вошла в корень нашего современного православия, что забыть такую личность, такого человека, такого защитника нашей Русской Православной Церкви невозможно. И поэтому здесь 5 числа в Свято-Троицком соборе Свято-Троицкой Александра Невской лавры святейший патриарх Кирилл с плеядой архиереев Русской Православной Церкви совершит торжественную литургию по случаю 40-летней годовщины владыки митрополита Никодима Ротова, куда мы, конечно, приглашаем всех верующих людей, чтобы разделить
память, разделить вот это торжество памяти великого человека вместе со всей нашей Русской Православной Церковью. Спасибо большое, Дмитрий. Да, Глеб, мы на связи. Светлая память митрополиту Никодиму Ротову. Мы благодарим иеромонаха Пимена за обстоятельный рассказ. И вам, Глеб, большое спасибо, что были на связи с нами в этот час. Это был Глеб Ильинский из Северной столицы. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Через час мы вновь выйдем в эфир. Всего доброго.